Однажды в одном частном доме случился пожар. Семья собрала самое необходимое и, выбежав на улицу, увидели, что среди них нет 3-летнего сынишки. Отец взмолился к Богу и с таким сосредоточением стал обращаться о помиловании своего сына, что даже рванувшись его спасать, он получил некоторые ожоги, потому что пламень огня уже бушевал из входной двери. И вот тогда он вдруг услышал, как открывается на втором этаже окно, и малыш кричит: «Папа, папа!» Отец подбегает к этой стене, протягивает руки и говорит: «Сынок, прыгай, прыгай!» А малыш кричит: «Папа, я тебя не вижу!» «Прыгай, я тебе говорю, я тебя вижу!» И малыш сделал уверенный шаг и оказался в объятиях отца. Как важно и нам с вами, вот так, как этот малыш, доверять Богу. И тогда в нашей жизни все обязательно получится.